каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Маним с вами. Всем привет. Сегодня с реакцией на видео с канала Ларина. Это клип. Недавно вышел один клип, уже второй. Окей, называется «Ларин Новый год». Хорошо, новогодний подарок. 2K18. Нет, что, серьезно, пародия на «Я ебал твою тёлку»? И чё он толку будет ебать? Я ебал твою елку. Я ебал твою елку. Я ебал твою елку. Я ебал твою елку. Окей. Я ебал твою елку. Я ебал твою елку. Что за херня? Я ебал твою елку. Ладно. Выпался не снег, ты не такой, наведешься как все. 9 дней в коме, но любой спокоен. Но я ж ведь Гошин купил биткоин. Тупо улыбайся родне. Утром не увидишь в окне. Рупор кричи про новую жизнь, продолжая работать на сон. Это Новый год. Это Новый год. Это Новый год. Боже мой, я ебал твою елку. Вы серьезно? Это Новый год. Это Новый год. Ларин решил под Новый год трешачка фигануть такого, прям хорошего трешачка. Сука, это Новый год, налей себе шампанское, захлопни свой рот. Скоро Новый год, но на улице темно. Я тот самый Гринч, я украл Рождество. В церкви я старым, оливье на столе не нужно ударом. Трубы горят синим пожаром, мешка за спиной немало. Я ебал твою елку. Я ебал твою елку. Я ебал твою елку. После 30 лет этого клипа очень сложно воспринимать такой клип. Оу, что за супер слоу моушен? Прям хоррор-клип какой-то. Ну, блин, это Стёп, типа, я хз. Типа, я не знаю, но это очень странно, конечно, смотреть после его клипа 30 лет. На часах 23 и на часах 30, я на шагах 30. Блин, и это странно, но это типа прикольно. Никто, наверное, не ожидал от Ларина увидеть такое. А мне кажется, что, ну, это с иронией, это с приколом своим. Ничего в этом плохого нет. Не знаю, как вам лично, бля, я поржал. Ну, один раз послушать, посмотреть один раз, ну, поднял настроение. Кто же еще выебет мою елку, простите, у меня даже елки нет, он уже ебет ее. Поэтому все окей, отлично. Кто-то хоть кого там Ларин выебал. Па-па-па-па, ладно. Окей, ребята, ссылочка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на Ларина, если вам понравилось. Если вам понравилась моя реакция, можете подписаться на меня, поставить лайк и подписаться на мою страничку ВКонтакте. Будьте молодцами. Всем удачки и всем пока-пока. Я ебал твою елку. Вы че, серьезно? Че?